Папа Римский призвал США и КНДР найти дипломатическое решение назревающего конфликта и включить в переговоры третью сторону. По мнению понтифика, для урегулирования отношений между Вашингтоном и Пхеньяном нужна страна, которая вступит в роли посредника. И считает, что это может быть Норвегия. Кроме того, Папа Римский не исключил, что сам встретится с американским президентом Дональдом Трампом во время саммита Большой Семерки в Италии, если тот попросит об аудиенции. Широкомасштабная война может уничтожить даже не половину, а большую часть человечества, его культуру, все. Это было бы ужасно. Я думаю, сегодня человечество с этим не справится. В мире есть много посредников, которые предлагают свою помощь. К примеру, Норвегия. Ее нельзя обвинить в диктатуре. Норвегия всегда готова помочь. Этому есть много примеров. Нужно выбрать путь переговоров и дипломатических решений.